Давайте, а? Вы одеты? Давайте тогда сходите. Ну, сейчас Юля оденется. Юля, я думаю, не собирается делать. Ну, давайте без Юли, давайте сходите. Ну, без Юли, как обычно. Ну, по очереди. Уверена, что я буду сниматься? В такой полной уверенности. Да, сложный я человек. Не раз мне это говорили. Ты что, мальчик? А я что, вам девочка? Нет, ну что, у тебя тут столько людей. Смотри. Я вам девочка. Тебе. Ты на ты, я тоже. Что? Ну, меняем съемку или что? Это как ты решишь. Ну, только переодевайся и сходи. Фотограф. Что, смешно? Мне очень смешно. Вот такой вот раз. Тратить один на двух кусок? На одного, большого. Поехали, народ. Поехали, поехали. Что тут я буду сидеть, один за одного. Ну нахуй это надо. Ну и не переодеться. Давай, переодевайся и поехали. Звезда, блин, тоже мне. Знаете, мне кажется, все-таки... Все, не надо мне ничего говорить. И не надо даже мне успокаивать ничем. Пусть тебя научится вести. Быть прежде еще человеком, а не говном. Звездой себя восстановить он ничем нас не удивляет. Есть круче, чем он, намного. Которые настоящие люди, а не так, как он себя ведет. Параша. Человек считает себя звездой, не будем ему мешать просто. Вот. И как бы если он хочет так разговаривать, вот пусть так и разговаривает с кем-нибудь другим. Мы так хотим. Мы просто. Я, например, никогда не позволяю так с собой разговаривать. Никому. У меня даже мама и папа не могут так сказать мне. Хотя они имеют там на это намного больше прав, чем какой-то посторонний человек. Она же. Yeah.